Салейн, будь осторожна, надвигается отряд нежити. Благодарю за предупреждение, богиня. Я готова к битве. Ого. Ха-ха, и это все? Тебе не уйти. В атаку. О нет, помогите. Глава первая. Спасение Салейн. Нужно помочь Салейн, иначе она погибнет. И я приведу помощь, богиня, и немедленно поспешу туда. Так, всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Firestone. Так, нажмите для атаки. Ага. Ого. Еще один герой в беде. Нужно ей помочь. И я не сплю. Ты настоящая фея? Ха, именно так. И я прошу тебя спасти Салейн. Тогда мои клинки в твоем распоряжении. Вы не пройдете. Это мы еще посмотрим. Давай усилим фею стража и вашего героя. Так, ну давай. Усилить. Я чувствую прилив силы. Впереди сражение, скорее туда. Сосунки. Чего смотришь? Помогай! Грейс, поджигай! Храбрый герой Салейн совсем рядом. Долго она не продержится. Ты здесь одна? Сдавайся, никто тебя не спасет. И я так просто не сдамся. У нас что-то здоровья маловато как-то. О нет, злодейское создание. Салейн вовсе не одна. Я сокрушу всех смертных. Никто меня не остановит. Это мы посмотрим. Благодарю за помощь. Без вас я бы не справилась. Что произошло? Где нежить обрела такую мощь? Они украли камни Файрстоун и с тех пор стали как никогда сильны. Если они начнут атаковать деревни, мирным жителям не уцелеть. Нужно остановить их, пока еще возможно. Поздравляю, первая миссия прошла успешно. Хочу вручить тебе подарок. Получаем. Закрываем, открываем. Так, лук, броня. Использовать. Глава вторая. Сбор союзников. Герою нужно остановить нежить и вернуть камни Файрстоун. Для этого задания понадобится больше союзников. Вперед! Найди королевского стража Бориса. Он подскажет, что делать. Такие сосунки. Да иди ты, лучник. Силу вашего стража можно увеличить с помощью специальных упражнений. Отправляйтесь в магический квартал и начните тренировку. Перейдите в город магический квартал. Так. Тренировать бесплатно. Вернуться в битву. А сюда? Ага, вот так вот. Какие-то гоблины. Выберите аватар. Выбрал. Оставляем как есть.
У меня для вас подарок. Забрать. Забрали. Так они какие-то все ватные здесь. Просто ватники. Рэй, выполняй миссии на карте мира и получи награды, чтобы стать сильнее. Так, ваши отряды бездействуют. Начните новую миссию. Начать. У меня для вас подарок. Вот 50 алмазов, чтобы, наверное, завершить миссию. Беседа с фермерами. Ускорить. Из глубины пещеры доносятся странные голоса. Узнайте, что там происходит. Ага, недостаточно отрядов. Понял. Тролли. Порубашу всех в капусту. Так, у меня здоровье-то не вечное. Ого. Так, порубашим. Ой-ой-ой. А что будет, если мы отдуплимся? А-а-а, выскочила. Так это у нас кликер, что ли, получается какой-то? Похоже, что как кликер. Так, увеличивает все основные параметры на 10%. Опять меня дуплили, а? Добро пожаловать в наш мир, находится в смертельной опасности. Орки и нежить снова объединились, чтобы посеять всюду хаос и уничтожить вас. Я доверяю тебе поручение. Собери отряд героев, чтобы остановить их. Верни камни Фарсон и спаси королевство. Ага. Усиление. Так, усиление. Ну, допустим. Урон стража. Так, допустим. Содержит случайную награду. Такая музыка. Так, осталось 4 набора. А что у нас в сумке есть? Оу-оу-оу. Использовать, конечно. А здесь? Что это? Увеличит количество получаемого золота на 2 минуты. Понял. Увеличит скорость атаки всех героев. Ага. Определяет ранг на карте и увеличивает здоровье, урон, броню всех героев и стражей. Ага. Так, таланты пока недоступны. Открыть можно, достигнув 5 уровня. Что там за звуки? Так, ну я так понимаю, они стали сильнее, да? Это действительно, ребята, кликер. Так, получите особое усиление. 12 штук. Увеличу все основные параметры. Так, опустошители. Ага. Так, ну я могу усилить же, да? Допустим.
Я тут зомбарей. А как мне нанимать героев? Мне кто-нибудь это подскажет? Так, у нас есть карта. 21 минута еще будет, ребят, здесь битва у нас. Сначала нужно открыть механика. Механика. Так, новый уровень получил, ребят. Я только второй уровень получил. Отряд, ага. Вот у нас как отряд. Но у меня нет пока бойцов новых каких-то. А вот врагов все больше и больше становится, я смотрю. Так, еще так, компания 6 из 113. А вот это что делает-то? Она хоть что-нибудь делает? Ага. Использую свиток любого типа. 3 штуки. Подожди, а свитки-то как у нас там? Подожди, как свитки-то использовать? Я уже... А, в сумке. Увеличивает здоровье всех героев. Эффект 100%. Использую инвентарь любого типа. Так, усиливаю стражей в магическом квартале. Ага. Дает золото, которое можно забрать за 5 минут. Улучшает броню всех героев на 2 минуты. Так, третий уровень, ребят, получил. Ох, ничего себе тут бармалей такой. Нам повезло найти тебя так быстро. О, рыцарь. Аурелия сказала, что ты поможешь нам остановить нашествие нежити. Тогда пусть мой щит послужит вам защитой. Чтобы справиться с нежитью, нам нужно докопаться до правды. Мы найдем ее в храме вечных. Очень интересно, что мы там раскопаем. Так, ну я не знаю, что мы там раскопаем. Что-нибудь раскопаем, наверное. Ну-ка. Пока вроде справляемся. Но бомбим, бомбим. Ведьма такая тут стоит. Карга старая. А у них-то есть какие-нибудь суперудары? У них нету? Фига ты. Шаманка несчастная. Так, пускай бомбят. Так, полученное золото. Броня героев 100%. Окей. Это 6. Это 147 волн мне нужно пройти. Серьезно, что ли? Опа, новый уровень, ребят. Блин, что такое? Использую инвентарь 3 раза. А, вот, 1, 2, 3. Пятый уровень. Поздравляем, вы открыли таланты. Распределите очки талантов в соответствии с подходящим вам боевым стилем. Открою меню персонажа таланты.
Так, я получил награду. Братство. Братство пока недоступно. Ага. Так, подожди. Очки талантов. Борис, королевский стражник. А почему Борис-то? Выберите талант для просмотра. Увеличит урон здоровья и броню всех героев стражей. Ну, допустим, так сделаем. Так, увеличивает урон всех стражей. Ну, допустим. Так, достижение, статистика. Все, да? Так, фига у нас там деньги. Пока хорош. События. Чемпионы, боевой фронт, массовое производство. Открывается на 30 уровне. Выполнено. Так, награду. Так, проведите озарение стражей 2 раза. Озарение. Так, усилите атрибуты стража. Так, развивает стража, существенно улучшает его основные параметры, улучшенные параметры и ауру. Откроется, когда страж Грейс достигнет уровня развития 2. Ага, понял. Убейте врагов, 900. Ну, допустим. Так, таланты, да, доступны. Увеличивает все основные параметры лидера. Можно как-то чуть-чуть потише музыку, вот эту вот. Вот так вот сделаем. А то орёт, как потерпевший. Ну мы как сейчас почти как бессмертные, да? Нас никто не остановит. Ага, клинками их, правильно. Боги в восторге, они не спаслали вам подарок золотых небес. Отнесите эти метеориты в библиотеку и начинайте исследование. Перейдите в город библиотека. Библиотека. Так, выберите исследование метеоритов. Открывает исследование метеоритов, ага. Так, исследовать. Увеличить урон всех героев и стражей. Увеличивает здоровье. Увеличивает броню. Давай атаку. Исследование пока недоступно. Уменьшает здоровье всех боссов. Нам нужны метеориты, да? Пока тут все закрыто, остальное. Так, необычные камни. Блин, врагов-то что-то тут дофига. А это кто там бежит?
Я что-то там... Что-то, ребята, выбил, по-моему, из него. Пока он там бежал. Внемлите богам. Теперь вы можете забрать камни Файрстоуна и увеличить свой престиж в храме вечных. Камни Файрстоуна навсегда увеличат количество получаемого золота. Перейдите в город в храм вечных. Так, сбросьте прогресс и начните новое приключение с возросшей силой. Бесплатно. Так, вы завершили престиж первого уровня и получили камень Фростон. Начав новое приключение, вы будете получать больше золота за убийство врагов. Так, исследование. Время пошло, да? А-а-а. Такой дурачок бежит. Ну да, это чистая кликерка. Даже не кликерка, ребят. Я даже ничего не делаю. Они сами ходят. Так, почему лучника такая слабая? А, понятно. Мы же начали все заново, получается, да? Но даже если я буду получать больше золота, а что мне это даст? Честно говоря, не особо понимаю. Ну, больше золота, и мне казалось, что этого у нас как бы достаточно. Опять бежит. А, руду, ребята, он несет. Он нес руду. Мы у него выбили у этого крота. Понял я. Это мы так вечно будем копить. Так, у нас что-то есть, да? Увеличивает все основные параметры всех героев в команде. Открывается при наличии боевых машин. Как минимум один. Боевые машины еще тут будут. Что-то я уровень давно не получал. Тебе не кажется? Он оставляет всего лишь ничего, ребята. Помаленьку руды. Кладбище Бейшера. Покинуть.
Так, ну если я не хочу. Так, храм вечных. Ай, престиж. Тьфу ты. И мы все заново начинаем. В общем, друзья мои, такая игра. Вы мне напишите в следующий раз в комментах, будем ли мы в нее играть. Сегодня как бы вот так вот посмотрели. Ну, на самом деле тут, конечно, много чего появиться должно. Вот. И с этим нужно разбираться. Но большой акцент все-таки здесь стоит на... Все-таки на клик. Ну, не то, я не могу назвать клик. Это айдл игра, где ты просто прокачиваешь своих персонажей, и они уже, ребята, здесь, как говорится, разносят их в пух и прах. Вот. Единственное, что непонятно по престижу. Что дает нам престиж? Ну, там какие-то мини-бонусы дает. Ну, я как бы не особо уверен, что они нужны. Так, скоро 900 врагов будет убито. И что-то я не вижу, чтобы нам давали нормально денег. Какие-то какие-то копейки, ребят, дают нам. Опять этот идет. А руда остается. Как ни странно. Угу. Ну, как-то так, ребятулечки. Давайте мы тогда... На этом сегодня закончим. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.